Хей-хо, ребятки, всем привет, с вами Ананасик, и сегодня мы продолжаем играть в Iron Science. Сегодня мы потестируем новый режимчик, который называется захват. Итак, суть этого режима в том, что нам нужно победить в раунде присуждаемому за захват одной из случайно выбранных точек. Короче, кто выиграл точку, тот выиграл матч. И таким образом мы побеждаем. Посмотрим, насколько это интересный режим и зайдет ли он мне вообще. Потому что один из режимов мне уже категорически не понравился. Это режим, который называется «Подрывник». И я считаю, что это один из худших режимов. Потому что он медленный, он довольно много занимает времени. И он очень сильно похож на CSGO, которую я так сильно не люблю. Потому что она мне уже надоела. Черт возьми, сколько можно играть в это дерьмо? Фу. Так, ну что, ребятки, вот и набрали мы нужное количество бойцов, очень долго это все происходило, выиграли мы карточку, как раз ту, которую я выбирал, карта называется Круиз, весьма неплохая карта, если честно, из всех мной опробованных, мне это зашло так больше всего, наверное. Так, поехали. Как всегда, противостояние, не знаю, где-то что по захвату точек, если честно, у нас бой 6 на 6, блин, крутые шмотки у этого парнишки, надо бы его шлепнуть. Чувак бегает со снопой, один со скаром бегает, я, как всегда, со стандартной херней. Так, ну что, поехали, немного знаю эту зону, надеюсь, что выбрал я правильный путь. Минус первый, ебой, вот это хорошо настрелял, вот это я сделал красиво. Так. Так, тих, видел там одну крысу. Крыса затаилась, а там немножко она. Я б туда пошел. И фигу не нашел. Фигаси, что сделал? Что сделал? Это же вражина, ядрен батон. А я, и ребята, отвечаю, думал эту свои. Там аж три чела в одной точке тусило. Ты прикинь, скотобойня какая. Иду в разрыв, валить хлебальник, ломать по полной. Раунд проиграли. Вы чё, совсем что ли охренели? Как можно было проиграть этот конченый раунд? Они-то точку захватили. Здесь-то суть в захвате точки. Я и забыл. Но ё-моё. Тихо, видел. Видел, слышал. Тихо. Сейчас. Да ты чё, какого хрена ты так стреляешь хорошо? Сука такая мразь, бегом пошел. Где точка смерти там была, блядь, затерялся, заблудился, побежал обратно. Плохо, захватывают они точку, чё-то мои тиммейты проседают. Блядь, по дэмэджу, я потерялся, ребят, я хз куда тут бежать. Пидор, сдохни, сука. Блядь, это было прям жестко. Суки глушат мои, нихера не помогают, мрази тупые, боже мой. Тиммейты, я вас ненавижу. Какие же вы, сука, тупые. Это минус вторая точка. Минус две точки за раз, это жестко. Я ушел, мне нужна хила. Так, дрончика, пожалуйста, реже! Да чтоб тебя! Боже, какие ублюдки! Эти в крысу, сука, стоят, в спину валят. Мои сразу же дохнут, как мухи. Суки. Не могу попадать, вообще что-то не идет. Надо было пару разыгровочных, наверное, все-таки сделать. Так, мы вроде как... Че, отбили точку, что ли? Нет? Ни хрена не понял. Вроде бы, да. Да ты убить его! Убить должен! Я ни хера не попадаю. Я хз, что с этой игрой не так. Но я не попадаю. Понимаете, я вообще не попадаю. Там грены горят, там то взрывается, а я не могу попасть. Не, нихера. Просто я не попадаю. У него просто нету хп, а я не могу его убить. Как так происходит, я не понимаю. Чел без хп. What the fuck вообще? Ну ладно, пошли. Так, опять точка на том же месте, где была и в первый раз.
Как же они меня харят. Боже, они меня тупо гренами забрасывают, и я уже дохну. Сейчас же сюда прилетит, поц. Бесят ублюдки. Давай, 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 буду прикрывать. Буду прикрывать, буду стараться. Я нашел себе позицию. Мне кажется, которая, ну, реально может помочь затащить. На, минус два, сучёныши. Что-то залетело? Нет, показалось. Хорошо. Держим, держим, держим. Давай, 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 братишка. Это каким макаром-то? Хрена себе, мне что-то забросили, ребят, вообще по-жесткому. Ладно, пошли еще раз. Я ту позицию обратно забираю, с нее неплохо играть весьма. Хорошо, это флеха была, пускай не слепятся там ублюдки. Блин, грена, 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 сейчас рванет, тихо. Нормально, да? Живем. Пошел вниз, пошел вниз. Тихо, взял, хорошо, окей. Живи, братан. Живи. Я не знаю, там достает или не достает турелечка, чтобы шмалить их. Надеюсь, что достает. Не прошел мой зажимчик, мой спрейчик. Хорошо, минус, 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 пошла жара. Так, никого нету. У меня патронов нету, ё твою мать. И что делать без патронов? Как играть? Без патронов, без понятия, как играть. Отлично, нашел пушку, у которой есть еще обойма, но меня убивает раньше, чем я успею ей воспользоваться. Давайте возьмем второй вариант, точнее первый вариант, и попробуем поиграть с ним. Фух, не знаю, захват вообще прям жесткая херня, и враги ведут в два захвата. Если мы сейчас это просираем, то сразу минус. Нам нужно два подряд брать первых, и это крайне сложно, как вы видите сейчас. 4 секунды. Все. 4 секунды было и не успел. Не успел, 3-0. Мы просто в сухую проигрываем. И, как видите, у меня не самый худший результат, но результат, который не удовлетворяет ни мои, ни ваши потребности. Поэтому я, конечно же, разочарован. Хочу еще одну каточку сыграть в этом долбанном захвате. Я уверен, что все-таки, наверное, я плохо разыгрался. Точнее, я вообще не разыгрался. Сразу решил записать видеоролик, так сказать, на скилле. Пройти и показать, как надо играть. Но что-то не пошло не так. И я уверен, что во второй катке сейчас будет все получше. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Сейчас будет горячо. Я думаю, сразу нас забросят в следующую катку. Так, ну что, друзья, вот и нашли нам следующую каточку, это супермаркет, надеюсь, эта каточка будет поярче, я готов, я взбодрился, я разыгрался, супермаркет вы уже видели, вы уже знакомы с ним, надеюсь, что зайдет получше, чем предыдущая каточка. Пожелайте мне удачи, возьмите что-то с собой перекусить, не забудьте написать пару теплых слов, пока идет ожидание игроков, и я готов. Ну что, где наша точка, которую надо взять? 3, 2, 1, ананасик. Поехали. В принципе, все понятно с точкой. Минус. Хорошо. Это есть. Там хаешка прилетела. Спина, 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 спина. Боже, крысы. Просто со спины убрал меня. Я даже не успел понять, откуда вам. Я иду туда же и попробую его забрать сейчас на том же месте, где он меня забрал. Отлично. Хорошо, есть 2 килла. 2 килла, 2 смерти. Очень плохо. Плохая расстановочка, ранжировочка не идет мне на пользу. Все забываю о том, что это все-таки... Отлично раздал! Вот сейчас прям по хедам раздал очень хорошо.
Отлично, еще есть. А вот и я и помер. Но у меня было лоу хп, я просто шотный выл. И это было очень ожидаемо. Но это было весьма неплохо. Мне понравилось, как я только что сыграл. Это чего-то достоит. Хорошо, есть зажим. Прошло. Нужна перезарядка. Ай, как же меня бесит то, что они рандомно спамнятся. Это нереально, понимаете? Это очень сложно. Сложно предугадать, где сейчас ты встретишь врага. Потому что спаун-то рандомный. И они могут появиться из ниоткуда просто. Понимаешь? Реально из ниоткуда. Я... Вот, получил, пожалуйста, плюху в спину. Как и он тоже. Видишь? Этого нельзя было предугадать. Просто нереально. Вот как это предугадаешь? Никак, потому что все рандомненько полностью. А сейчас я просто прилег отдохнуть, потому что меня с дробаша вырубает просто с одной плюхи. И это нормально. В этой игре, в динамичном шутере, это просто нормально. Здесь по-другому нельзя. Охренеть, просто моментально меня выносят, я даже не успеваю ни черта сделать. Там чуваки почему-то ложатся, я не знаю, неужели так сложно в лежащих попадать? А, но я вот эту фишку реально очень давно заметил. И ты посмотри, он реально спавнится просто моментально из ниоткуда, просто вот здесь. Так, я увидел врага. О, да, и этот раунд выигран. Я как раз таки выходил на двух вражеских челов. Фух, мне, может быть, даже повезло, что раунд прямо сейчас закончился. Я мог прямо сейчас просто умереть. Так, первый раунд мы взяли, сейчас прямо хардовенько будет. Я еле дожил его, вижу сверху у меня еще враг. Хорошо, туда бросаю флеху. А, здесь можно принимать. Мне кажется, это должно быть нашим. Мне кажется, эта позиция должна быть нашей. И где он там взялся? Как он так жестко пробивает? Нереально жестко. Пошли, я заспамился. Где точка? Блять, где точка? Я пошел что-то слишком большой круг бросать. А, мне кажется, надо дроном вызывать. Главное сейчас сразу не умереть, потому что я просру, ну, считай, сразу же дронов. А будет очень обидно. Надо хорошо сыграть сейчас. Но дроны, типа, должны помочь. Чё, придурок? Так делать зачем? Хорошо. Да ты что гонишь? О, боже мой, 4 трупа комбо. Просто вальнул 4 трупа одним вызовом ракеты. Ты прикинь. Насколько это убого. Я просто в шоке. И опять туда сейчас полетел снаряд. А, смотри, я опять минус 4. Все минус 4. Как они так делают? Пошел нахер, сволочь тупая. О, прям на двоих вышел я. И это было просто очень быстро. Но я немного выиграл времени для своих ребят. Потому что мы все умерли. И тут повезло, реально повезло. То, что я убил лежачего. Боже, там такая вахханалия творится. Я убрал турелечку вражескую, хорошо. Видел еще и врага здесь. Вот здесь видел. Хорошо, дрон мне помогает. Великолепно, грена прилетела. Не вижу откуда. А, где-то сверху вижу. Хорошо, минус. Отработал, зайду сюда. Флешку кинул, можно заходить. Чисто. Нет, не чисто. Смотри, хорошо флешка зашла. Просто великолепно. У меня тоже бросили флешку. Отхожу назад. Нету никого. Там просто жесть творится сейчас. Видел? Видел врага? Не пошел на меня. У меня 19 патронов и все. Возьму. Ух, какая пушечка. Раунд проигран. И я просрал только что раунд, потому что я не пошел своей помогать на точке, а почему-то какого-то хреда здесь стоял. Нужно было сейчас вернуться назад, сделать бэк, помочь своим, и потом пойти вперед. А в итоге я подосрал реально очень сильно свою команду, и это мой косяк. Чисто.
отошел назад. Делаю хороший мув, который приносит мне несколько десятков киллов. Ладно, не десятков, это я, конечно, загнул. Кинул туда флеху. Можно зайти, и я хорошо захожу. У меня тоже глушат, я ни хрена просто не вижу. Но вроде бы как-то я успел с собой одного забрать. Не знаю, дожил или нет, но, по-моему, это было. Должен был дожать. Спина. И я просто вылетаю под его спрей, который меня сносит моментально. Так, вражеский захват точки уже пошел. Мне нужно поторопиться, иначе мы просрем. Кинул флеху. Пытаюсь зажать, да, получается. Со спины выходит на меня чел. И я забываю постоянно, что у меня есть еще одна пушка. Я могу переключаться. Черт возьми, почему я этого не делаю? Боже, как меня это раздражает с моей стороны. Так, он мертвый. Дал немного. Бэкаюсь. Очень много врага. Много врага. Твою мать. Здесь не хватает голосового чата. Очень не хватает голосового чата. Это бы намного быстрее бы решало все проблемы. Хорошо, я подпер себя своей же турелью, представляешь? Ты представляешь, дружище, своей же турелью сделал себе вот такую вот ошибку лютую. Отличный заход. Сделал просто лютый мув. Убрал нескольких сразу. Возьму вторую пушку. Хорошо. Отлично только что сыграл. Ай, справа кто-то зашел. Прям хорошо зашел, разнес обоих. Так, они захватывают точку. Нам надо удержать. Раздал. И меня забрали. Фу. Вот эта жесть началась. Я в шоке. И мы опять проигрываем раунд. Твою мать. Что за бич? Хардовая. Это хардовая хрень. Серьезно. Вот эта хрень очень тяжелая. Захват точки прям, не знаю, мне очень сложно. И меня просто вот так вот по щелчку убивает Серговский. Я не успеваю ни хрена сделать. Меня просто одним выстрелом убивают. Боже, как больно. Это жесть какая-то. Откуда? Они просто повсюду, твою мать. Нереально уследить, где кто стоит. Какая же херь. Так, пошел я дальше в обход. Очень плохо сыграл. Хорошо. Все, меня засекли, мне пиздец. Хорошо, здесь минус. А-а-а! Я думал, сейчас рванет прям на точке. И все, я минус. Ребята, просто додержите чутка точку. Твою мать. Нам буквально секунды не хватило, чтобы забрать эту точку. Реально люто секунды. И она была бы нашей. Хорошо. Красавец. Боже, кто-то такую херь сделал. Просто лучший. Я не знаю, как он это сделал, но он реально лучший. И опять мы все умерли. Просто все умерли. Фу. Боже. Там буквально секунду.
Я спрею, я вижу врага, но я не могу убить его, понимаешь? Куда оно все летит, я хер его знает. Возьмем другую пушку. И все. Почему у меня нету авиаподдержки? Я не знаю, где они ее берут, но это просто лютейшая херь, которую я видел. Я бы отдал все три дрона, два дрона и турельку, и взял бы себе вот такую штуку. Я так понимаю, это за дом покупается или что-то в этом духе. Итак, в итоге 2-2 по раундам. Люто равное число. И я умираю. Первый проигран. У нас, кстати, новая точка. Как ни странно. Когда, видать, когда 2-2, то дают третью рандом точку. Не пойму, откуда вас шьют. Отошел назад. Буду держать этот переход. Пытаться. Так, здесь что-то вообще движухи нету. И со спины меня просто выносит чувак, который вылазит в грёбаное окно супермаркета. Все, сразу же. Одно окно и все минус. Очень удачно чел вышел. Хорошо, наконец-то я кому-то дал хэд. Боже мой, тот, что у ящика умер, а тот, что дальше был, нет. Их там вообще что-то крайне много. Мы точно играем 6 на 6. Офигеть. Ага, и со спины сразу же на меня тоже выходит. Логично, если один пошел этим путем, значит где-то должен быть и второй. И просто нереально что-либо сделать в таком случае. Пойду в круговую, поищу здесь где-то еще врага. В принципе, наша точка вроде бы держит. Если их сейчас одним втыком всех не уберу, то я смогу здесь где-то кого-то подловить и убить. Что сыграет на руку, в принципе, и мне, и команде. Ёб твою мать, там турелька вообще бешеная. Тихо. Так, подожду тут. Не знаю, нету никого. Странно, пипец. Откуда они их бьют? Отлично. Ха, изи просто. Но на самом-то деле, ребят, очень жестко. Вот кто-то написал тупо бред, я согласен. Это была лютая хрень. Неровно сделано. Мы дольёшь. Вот видите, что это за хрень? Есть какой-то летающий лютый дрон, который всех убивает. Понимаете? Различные такие вот фичи, которые реально решают. Ну что, друзья, сегодня мы рассмотрели один из видов боя. Это захват, который мне, если честно, не понравился. Немного не то. Решает, короче, донат и куча всяких фич, которые ты успел накупить себе. Если у тебя этого всего нету, то ты будешь подсасывать так же, как и я. Спасибо за... вам за просмотры. Хотел сказать спасибо вам за все. Давайте до свидания. Но, в принципе, так оно и есть. Ребят, спасибо. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх. Увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.